Короче, блядь. Все, видишь? А, еще я написал один, я не сказал один. Один. Так, раз, два, три. Один. Все, синхронизация готова. А теперь можно начинать. Раз, два, три. И всем здорово, ребятки, за вместе коллагер хороший, ржать уже. Это беспредельник, вообще с ними столько много вещей натворил. Вы бы знали, сейчас я привет, вообще по факту буду распадать. Ребята, привет! А ты где делся? Ты зачем я уехал? Я просто купил улучшенную версию велика, на котором мы в прошлый раз ехали. Теперь у меня BMX, он не $1 стоит, $20 стоит час. О, нифига. И он, короче, сам ездит, я не знаю. Он такой хороший. С электроприводом некий, слышишь, дай покататься, подожди. Я не понимаю, реально, почему он сам иногда едет. Короче, во-первых, кое-как я добрался до лагеря, потому что давненько мы сюда не заходили. По дороге избили тебя. Пойдем у лагеря, меня сбивали несколько раз. Конечно, да. Ты хочешь оправдать то, что у меня мало хп. Не, ну по дороге там ехал, в бубен дали, говорят, ты чё катаешься? Я приехал к лагерю, говорю, ладно, чай, погоди, перед тёмкой докушаю, начинаю есть, слышу звуки какие-то с телефона. Зачем ты на толкане сидишь? Я смотрю на своих хп, у меня там 5 хп остается. Я думаю, ты же дурачок, что ли? Тут нет хп 5, слышишь, мы играем сам. Я смотрю на эту полоску, мне примерно сейчас 8. Я тебе сейчас в бубен дам, слышишь? Хорош, стой, погоди, у меня и так персонаж уже от того, что у него тупо уже все, инфаркт, там и все в бубен. Мозга уже нет. Ты с моего велика встал! Я так могу ударить, уехать. Я вместо того, чтобы тебя ударил, перенес кнопку записи. Поэтому подожди, тебе очень повезло, отошел. Подожди, я вот такими вот действиями могу по чуть-чуть уезжать. Не ворочай велик, подожди. Как долго ты меня бил, чтобы у меня так мало хп стало, идиот. Я тебя бил, достаточно долго. Ты бы бронь. С ноги уже, со всего. Ладно, короче, ребятки, смотрите, какая у нас сегодня тактика. Возьмем зачитать. Если, конечно же, мы ее можем. А, Яр, бегут, бегут, Яр, помоги, помоги мне, бегут насиловать. Ты бил, у меня мало хп, ты понимаешь, что сейчас будет? Насиловать будут? Яр, он ко мне подошел, он сказал ничего, прикинь. Он просто это... Я сзади, короче, стою, на всякий случай. Я по-американски буду говорить, чтобы он понимал язык. Мой велик сохранен, я на него посал, как знаешь, собаки теряют. Он говорит ему дать. Дай тачку. Братан, мне кажется, он что-то тебя хочет, у тебя просто красивый скин. А я бомж! Я бомж! У меня нечего взять, я могу насрать в руки. Так, я... Я надеюсь, что я не могу убежать. Я не знаю, побежал за тобой, в твою сторону. Знать бы еще в какой стороне ты. Ты подожди, это ты бомж на тачке или нет? Я вот здесь, я вот здесь на тебя, братан, я знаю. А, нет, подожди, ты бомж без тачки, я бомж в тачке. Все нормально. Я бомж без хп, с красной повязкой на ноге и без тачки. Давайте мы уже ударим. Не зря на него насал. Да, давай тачку посмотрим. Вот в нее, по идее, нужно сесть или как? Какую тачку? Давай тебя ударим. Не знаю, я хочу сначала... Что за бомж тачку ты выбрал, братан? Самую говную тачку. Ну, что за срань? У меня нет никаких прав, ты понимаешь? У меня тоже нет водительских прав, мы это выяснили в прошлой серии. Сейчас, подожди, я попробую. Сейчас, может, мне выдали, может, я крутой, подожди, я возьму вот эту вот. Ух, погоди, ну, погоди, ладно. Так, пожалуйста. Значит, мы так и остановили серию, говорим, ребята. Не, ни хрена у меня нет. Права и уровень. А, конечно, держите. Ну да, дали, да. Я смог купить BMX вместо велика. Ни хрена, на самом деле, не поменялся, у меня тупо велик, короче, до сих пор. Что-то не густо. Ну, мы хотим, теперь можем в казино зайти, погоди, пошли хоть бабки. Не, мы были в... Яр, ну как-то не солидно, не слышишь, пешкодралом в казино эти. Ты чё, я был уже далеко сегодня. Так погоди, у меня велик есть. Так подожди, а да, а я могу сесть рядом, типа, на колесо? Просто сзади жопой потереться. Колесо, можно, пожалуйста, спасибо. Я на голову могу, подожди. Ну, вот ты опять ко мне подошел, и он мне поехал вперед. Давай сейчас посмотрим, сколько секунд он у меня может стоять на месте. Давайте толкать буду. Он двигаться, по идее, сам. Или нет, погоди, чего он не двигается? Ну двигайся же сам. Подожди, я помогу. Короче, не, мне что понравилось, что мы, в принципе, в первой серии херней полнейшей страдали. Просто вот ни о чем. Вот просто мы купили телефон. Ты что сделал? Я тебя... Меня с тачки скинул, как только я начал двигаться. Машина поехала! Почему мы не стоприм машину? Мы сами не можем купить, надо застопорить их.
Давай, короче, все, встречаемся на этом, на казино. Пока. Так, подожди, а ты меня не подкинешь, мразь? Я могу только обнять, подбросить. Ладно, я доберусь без тебя, без мам, папи, кредитов. Это написать вот это, слэш, значит, GPS ваше. Потом, значит, развлечения. Кстати, ребятки, те, кто хоть здесь поиграть, уже устанавливал лаунчер старый. Нужно его обновить. Нужно обновить игру. А, я, то есть скачать просто заново сайт лаунчер. Все ссылочки есть в описании. Это у нас Mordor RP, третий сервер. А не забывайте именно на него заходить, чтобы вместе с нами поиграть. Да, так, ребятки, выбираем казино. Да. Ёпта! Главное, чтобы меня не сбили, пожалуйста. Господи, тут на тачке вот этот уродка, а турк там. Вот я как говорю, главное, чтобы не сбил. Начинать просто подрезать. Он тебя насмерть сбил, насмерть сбил, да? И ты вот говоришь, что типа казино далеко, да? Ну я уже почти возле него. Я понимаю, когда у тебя 100 килограммов за плечами, 100 килограммов перед плечами, и тебе тяжело. Я почти возле него, казино наше все. Я застрял в кустах, что делать, братан? Я как будто пописать. Я, кстати, тоже застрял в кустах, мы с этим похожи, мы в этом похожи. Как быстро здесь оказался? В смысле? О, я вы. Я ж спортсмен, ты шо, 100 килограмм спортсмена. Погоди, я подъезжаю, тут все такие на крутых тачках. Да. Слышишь? Меня не смогу тузить, я буду жить. Яр, я когда этот... Я когда сюда первый раз приехал, тоже не успел... Да ты жив, все нормально. Меня сбивают, у меня ХП моргают. Да все нормально, ты жив, что ты переживаешь? Как будто вы все хотят меня убить. Нет, знаешь, в чем вся фигня? Яр, слышишь? Яр, да куда ты... Ну говори, ладно. Тут есть чувак, который паркует тачки. Ну такой, типа, знаешь, попроси его байк припарковать. Где он? Если я остался бы там еще на пару секунд, мне кажется, ниоткуда уже, ни с какой части бы я не смог бы уже просить это сделать, потому что... Так, я думаю, я совсем вот это не нормально. Я зашел в казино, братан, я бегаю на стейк. Где мой байк? Сейчас я тоже зайду, я просто свой байк поищу. Я просто его здесь оставил, мне кажется, его чуть-чуть скоммуниздили. В смысле? Ты ж без байка был. Я был с байком, я его просто украл. Ты был с байком после серии? Нет, я в этой серии был с байком, просто его скоммунизили чуть-чуть. Я не могу. Байк, ищи этот, типа, найди меня, этот, как там, передача вот эта. Типа, жди меня, байк. Так, ладно, я, короче, уже тут нахожусь, и я подойду туда, где нет людей, чтобы ничего не проиграть и ничего не выиграть. Короче, если я не буду нигде стоять, значит, я ничего не смогу проиграть. Логично. А ну дошли бомжары, пришел. Смотри, байкер. Объясняю правила, Яр. Объясняю правила. Смотри, здесь надо играть в кости. Мы можем играть либо типа друг против друга, либо там пятером. Так, вижу бомжа. Пятером. Пятернушка. Так, какой у тебя ID? 67. Ну, я, вот, я должен написать сумму. 67, да? Подожди, смотри. Погоди, я ставлю 30 тысяч. Дайс. 67. 67. Сколько мне тебе ставить? Нужно было мой 5 кусков. ID писать. Да, я тебе предложил. Ну, стик, пусть я бросить кости. Я проиграл. Я выиграл. Я выиграл. Я забрал мои деньги, может, жену мою заберешь. У тебя нет жены, чувак. Давай на десятку. Не, стой, иди сюда. Здесь более интересная штука есть. Эй, я свернул игру. Черт, что я наделал? Верните игру, вот, слышишь? Иди сюда, Яр. Вот этот. За стол к нему иди. Иди за стол, все верно. Вот сюда иди. Здесь 5 кусков ставить надо, слышишь? Погоди, так я подожжу уже. Зачем? Что ты туда-сюда ходишь? Так здесь 5 кусков, здесь интересней. Давай. Стигейм писать, да? Да. О, вижу, мистик пухлый. Ацепт. Я, короче... А я могу еще больше рецепта сделать? Нет, на этом столько 5 кусков. Сейчас будем... Нажимай дайс. В смысле дайс? У тебя 2. У меня 7, я победил. Будешь еще? А можно на десятку? Пошли на следующий стол. А я не знаю, сколько там я не был на том столе. Ладно, давай, рецепт и дайс. Подожди еще, дайс рано. 4, 3, 2, 1... Кидай. Сейчас ставлю. 7. Подожди, сколько Ася? 8. Ну, давай, братан. 6. Я проиграл. Я снова проиграл. Да. Я не хочу играть в эту игру. Иди сюда. Что здесь? Здесь на сколько? Я не знаю. Давай посмотрим, сколько здесь. Может быть, это для богача. Я хочу сыграть по-крупному. А ты где? А, ты там? Иду, подожди. Здесь 0.
Крупье, да тут вообще нет крупье. Тут он... Пошли в бар, кстати. Иди сюда, в бар, здесь еда, может, ты похилишься. Да? О, кстати. Не, я лучше вместо еды вон себе мартини куплю. Так он дорогой, ты чё? Креветки. Ну-ка, у меня повысились КП, просто я их пока не вижу. Братан. Вы излечены на 53%, счастье плюс 3. Тут столько всего много. В смысле, так, дорого. Ебта, вы счастливы на 65%? А, я, стоп, пожалуй, я возьму... А КП не добавила? Ты будешь очень счастлив, когда умрешь, отвечаю. Ты будешь самый счастливый мертвый чувак. Вы счастливы на 73%. Ладно, давай, может, до сотки нужно довести, я не знаю. Я на 97% счастлив. Мысли, я не голоден. Братан, я исцелился. Короче. Подожди, я хочу мясной рулет. Меня били по морде, я в эту морду напихал еды, и она исцелилась. Теперь я буду пить абсент. А потом так, мартини. Вы счастливы на 120%. Ты подожди, ты что, сотку перебрал, Яр? Это ненормально. А главный прикол, что я как бы, ну, выпил до хрена уже, а, ну, не штырит. Ну и ладно, пошли я играть, слышишь? Пошли я тебя раздену хотя бы. Я, ну, ты и так бомж. Я потратил очень много миллионов уже на этот, на мартини, а меня не штырит. Так, слышишь? Давай мы тебя по этот... Давай мы тебя разденем в игре. Я не знаю, сейчас проверим. Не, пошли за тот стол и кинешь мне, короче, на 100 тысяч. О, Яр, тут 100 кусков. В смысле 100 кусков, давай. Ну, тут стол на 100 кусков. Я как раз просил на 100 кусков. Сигем. Тут 2000, дебил. Неважно. Где ты увидел 100 кусков вообще, мне интересно? В смысле у тебя 9? В смысле я ни разу за этот вечер не это выиграл? Не у меня 9, это у другого Андрея 9. Какой ненавижу Андреев. А я тебе кину сейчас. Какой у тебя ID? Я не знаю, ты у меня над головой должен посмотреть. А, это Андрей Лулош какой-то, с таким же скином, как ты. А где ты? Я здесь. У тебя ХП половина. Да, я жорю, я излечился. Давайте двадим. Братан, принимай, смотри, ты не имеешь права отказываться. А как принять? Я забыл, какой у тебя ID, я только что тебе сказал. 300 что-то там. Так, слэш, дайс. Где тут циферки 379? 500 тысяч. Ну. Сейчас. Я проиграл. Тачки покупай. Так у нас нет прав. Смысл? Нахрена по праву, когда есть бабло. Я вон с 15 лет за рулем. Стоп, погоди, ладно, чтоб никто не... Уважаемый ДПС России, пожалуйста, примите меры. 9 лет уже прошло. Я там так гонял, ты что, на даче такой... Яр крупье смылся. Нашку такой дрифтуешь, мы один раз так дрифтили зимой. И немного цапнули какую-то другую тачку, потом мы стояли... Яр, давай еще на 300 кусков сыграем. Мы уехали, я не уехал. Давай, что сделать? Тут нельзя, тут нету людей. Тут крупье смылся, он увидел тебя, бомжа. Пошли на 300 кусков сыграем. Какие 300 тысяч? У меня уже денег нету. У меня он миллион, я их все трачу на благотворительность. Так, давай на 300 кусков сыграем, что ты начинаешь? И это будет великолепное окончание. Я так понял, у тебя всего 300 тысяч осталось, да? Да. Я тебя, короче, раздену просто, и все. А потом еще и деньги выиграю. Так, какой у тебя 67, да? Сейчас, смотри. Дайс. 67. 300. Тысяч. А, это не ты говоришь. Это победа. Яр, у меня осталось еще 100 тысяч. Давай играть. Сколько? У меня еще осталось 100 тысяч. Куда играть? Прекращай, ты азартный человек, ты же проиграл. Нет, Яр, я должен победить. Ой, Миша, нет, уходим, зажмем хату, будем оплачивать. Миша, нет, не играй с ним. Яр. 50 кусков. Ну ладно, давай, кидай мне. Ой, я случайно отменил, давай еще раз. Дай, хоть, я, хоть. Падла. Так долго писал, да?
Сволочь ты. Мне нравится казино, ребята. Приходите, если у вас есть деньги, которые вы хотите мне проиграть, обменяю, заходите, кидайте мне ставку. Я выиграл. Ну и ладно. Ты просто накачал себе это счастье, как я понял, короче, с перебором. И тебя теперь победить невозможно. Так погоди, я сначала-то проигрывал. Так ты вот проигрывал, потом пошел накачал вот этого счастья, которого, ну... Мне еще кто-то на $300 предложил сыграть. Ну окей, я выиграл еще $291. Что-то я всех выигрываю. Я же тебе говорю, счастье. Короче, все, я понял. Короче, приходишь в казино, насвинячиваешься вообще в слюни. Да, с вами были Мистик и Лагер. Ссылочка на сервис в описании. Это был сервер 3 у Мордор РП. Заходите, играйте вместе с нами. И всем удачи, до новых встреч, пока. Пока.